Что, тянет, нет? Не тянет, нет. Бомбу надо ему поставить, бомбу. Была бы, есть, да, по-моему? Есть, вот. Давай. Тротиловая. Давай на ножку его. Может, потянет? Да? Может быть, может быть. Держи. Вот сюда прям, по сиденью ему, азотовый баллон. Да, давай. Ветер, ветер. Ветер, ветер. Тоже Айла. Потянет, я думаю. Думаю, потянет. Но. Это он потянет в натуре.
Вали нахуй отсюда! Че, ебанутый, блядь? Ты че пиво, блядь? Давай, давай! Последний раз мы в карту 5 назад давали. Хрена себе! Бизнес FM Петербург. Держитесь еврокурса. Окно в Европу. На бизнес FM Петербург. Движение недвижимости в гарант финансового успеха. Управляющая компания Ареструкает вашу недвижимость в порт достижения максимальной прибыли. Оценка, эксплуатация, аренда, продажа в любой точке мира. Управляющая компания Марис в ассоциации с настоящим. Над землей воробей чистит крылья. Гидрометцентр обещает обильные ливни. Значит, либо будет дождь, либо его не будет. 50-50, либо единица, либо ноль. Все просто, одно из двух и третьего не дано. Дальше поехал. Всем смешно стало. Ты голубой, ты его. Выходят из центра Москвы, они не могут договориться с арендодателями. Последний случай, кафе Пельмен съезжает с Тверской. Цену на квадратный метр.